Двухлетний Богдан из Березовского обожает гулять и кататься с горки, а еще все то, что любят его сверстники. Но из-за диагноза детский церебральный паралич ему удается пока немногое. Весь Урал совместно с Росфондом продолжает рассказывать о тех, кто нуждается в вашей помощи. Пойдем? Пойдем скорее? Быстро перебирая ножками, любознательный Богдан стремится покорять новые высоты. На руках у мамы он словно марширует, высоко задирает коленки и гордо улыбается. Вот только едва касаясь земли. Из-за врожденного диагноза ДЦП в свои 2 года малыш до сих пор не научился ни ходить, ни ползать. Родился он на 27-й неделе с весом 880 грамм. В годик нам поставили диагноз ДЦП, с года мы начали лечение. На данный момент есть хоть какие-то маленькие продвижения. Мы стали более расслаблены. У нас мышечный тонус все-таки сохраняется. Помимо ежедневного массажа, лечебной физкультуры и реабилитационных процедур, Богдан активно познает мир. Чтобы ребенок научился ходить, общая на всех мечта в семье Куряковых. Массаж помогаю делать. Всяко помогаю ему и ходить. Он стремительный такой парень-то. Ну, ножки не могут, это не идут. Почти половину своей жизни Богдан провел в больницах и на реабилитациях и добился значительных результатов. Однако останавливаться на достигнутом никак нельзя. У Богдана диагностирован детский церебральный паралич. Ему необходим курс реабилитации, включающий функциональный массаж, физиолечение, кинезиотерапию, целью профилактики дальнейших ортопедических осложнений, вывихов и подвывихов тазобедренных суставов, прогрессирование контрактур, развитие сколиоза. Планируется обучение новым моторным навыкам, улучшение контроля, удержания головы, активизация психоречевого развития ребенка и формирование навыков общения. Стоимость лечения 194 310 рублей. В семье таких денег нет. Помочь Богдану Курякову просто. Нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «дети». При этом теперь вы можете перечислить любую сумму от 10 рублей до 15 тысяч. Для этого напишите ее через пробел после слова «дети», например, «дети 20» или «дети 1000». Если сумму не указывать, за сообщение спишут стандартные 75 рублей. Перевести пожертвование можно из сканировав QR-код, который вы видите на экране, или другими способами. Все они на сайте Росфонда. Маргарита Литанина, Денис Уразбахтин, Вести Урал.